Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 31, задание внизу страницы. Вычисли и проверь. 37 800 нужно разделить на 700. Первое неполное делимо 3780. 37 сотен делим на 7 не делится. Делится 35 сотен на 7, получается 5. 700 умножаем на 5, получается 3500. 0 минус 0 – 0, 8 минус 0 – 8, и 7 минус 5 – 2. И сносим 0. 28 сотен делим на 7, получается 4. 700 умножаем на 4, получается 2800. 2800 минус 2800, получается 0. Для проверки нужно 54 умножить на 700. 4 на 7 – 28, 8 пишем, 2 запоминаем, 5 на 7 – 35, и еще 2 – 37, и сносим 2 ноля. Получается 37800. Деление выполнено верно. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.